Всем привет! В этом видео я покажу несколько хороших программ, которые помогут вам сделать тест жесткого диска и исправить имеющиеся на нем ошибки. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. А специально для зрителей нашего канала, досмотрите ролик до конца, и я расскажу, как бесплатно получить программу для восстановления файлов Hetman Eraser. Большинство старых HDD дисков имеют ошибки или наличие плохих секторов, так называемых bad блоков. Такие блоки могут привести к нежелательным последствиям. Вы можете потерять важную информацию, это только вопрос времени. Чтобы предотвратить потерю информации с HDD диска, рекомендуется проверять их на наличие плохих секторов. Есть утилиты, которые помогут вам протестировать ваш жесткий диск и даже исправить такие сектора. В операционной системе Windows есть встроенные утилиты для проверки диска на наличие ошибок. Утилита CheckDisk, но эта программа не предназначена для диагностики и тестирования диска, поэтому я хочу предоставить вам другие, более эффективные утилиты для тестирования и исправления ошибок на жестком диске. Итак, начнем. Первая программа в нашем списке – HDD Regenerator. HDD Regenerator – это профессиональное программное обеспечение для диагностики, сканирования и исправления ошибок жесткого диска. Данная утилита способна не только находить ошибки, проблемы и неисправные блоки, но и исправлять их. Другими словами, вы можете использовать ее как инструмент для восстановления поврежденных секторов жесткого диска. HDD Regenerator может использоваться как инструмент для восстановления поврежденных данных. Если некоторые данные прочитать не удается, или жесткий диск обнаружен, но не отображается в моем компьютере, приложение поможет обойти поврежденные кластеры и прочитать проблемные файлы. Для проверки работоспособности жесткого диска здесь есть специальный тест, а данный Smart помогает получить дополнительную информацию. HDD Regenerator включает в себя набор всех необходимых инструментов для тестирования и исправления ошибок HDD диска. Программа поддерживает файловые системы FAT и NTFS, имеет подробную статистику производительности и состояния жесткого диска. Есть возможность создать загрузочную флешку или диск, режим предварительного сканирования, быстрое сканирование поверхности диска, мониторинг HDD в режиме реального времени. Подробнее о том, как пользоваться данной программой, у нас на канале есть отдельное видео, ссылка на него будет в описании. Следующее на очереди – Windows Drive Fitness Test. Это еще одна бесплатная диагностическая утилита для жестких дисков любого типа и производителя, которая представлена компанией-производителем жестких дисков Western Digital. Но возможность тестирования с его помощью не ограничивается дисками Western Digital. Программа включает не только несколько функций сканирования дисков, но и возможность просмотра смарт-атрибутов и очистки жесткого диска. Windows DFT хотя и предназначена для работы на Windows, но не сканирует и не тестирует тот диск, на котором установлена операционная система. Утилита поддерживает внешние диски и другие USB носители. Она отображает в своем списке только поддерживаемые диски и показывает информацию о них: серийный номер, версию, версию прошивки, емкость, статус. Кликнув на диске дважды, вы увидите его смарт-статус. Также есть возможность выбрать Quick Test или X-Test. Можно тестировать как один, так и несколько дисков одновременно. Кнопка Utilities представляет собой расширенное меню, которое отображается в отдельном окне от главного. Из него можно выбрать одну из дополнительных функций программы. Очистка таблицы раздела, очистка диска, короткий тест, долгий тест и так далее. Если вы не можете загрузить со жесткого диска, Windows DFT можно запустить в режиме Live CD
Эта программа выполняет тестирование без перезаписи данных на диске, что является важным при восстановлении данных. Следующее в нашем списке – SIA Tools для Windows от SIAGATE. SIAGATE – это бесплатный инструмент для диагностики и исправления ошибок, а также для тестирования производительности HDD-диска. Эта утилита поможет вам обнаружить проблемы на диске, прежде чем вам придется обращаться в сервисный центр. К сожалению, данная программа совместима не со всеми моделями жестких дисков. Утилита может обнаружить следующие проблемы: повреждение файловой системы жесткого диска, плохие блоки, ошибки чтения Windows и драйверов, системные ошибки, несовместимое оборудование, проблемы с загрузчиком Windows, наличие на диске вирусов, кейлогеров и других вредоносных приложений. Для начала работы вам нужно выбрать тест для диагностики и запустить его. По завершению вы получите результат с подробным отчетом. Если HDD-диск прошел тест, вы увидите значок PASS. В противном случае он будет отображаться как фейл. Также следует учитывать, что тестирование жесткого диска может занять до 4 часов. Для экономии времени вы можете выбрать один из трех тестовых режимов. SIAGATE SIA Tools может сканировать жесткие диски на наличие поврежденных секторов и восстанавливать их. Восстановление происходит путем попытки восстановления плохих блоков или записи нулей. Этот метод позволяет игнорировать проблемные сектора при чтении или записи структуры диска. HDD Health – еще одна бесплатная утилита для тестирования жесткого диска и контроля состояния его работоспособности. Проверяет жесткий диск на наличие ошибок, его состояние и дает прогноз работы, индекс работоспособности. Возможно, проверка SSD и HDD диска. В главном окне инструмента вы увидите такую информацию: производителя, модель, версию прошивки, текущую температуру HDD диска, общее состояние его структуры и другие атрибуты в расширенном информационном меню. Как и другие диагностические инструменты, HDD Health считывает техническую информацию Smart, которая определяет текущую производительность оборудования. Программное обеспечение не содержит никаких других компонентов для обнаружения ошибок и проверки на наличие поврежденных блоков. Программа подойдет для быстрой диагностики диска, и если его состояние не является критическим. Скачать приложение можно на официальном сайте. HDD Scan – это бесплатный инструмент диагностики жесткого диска, который также читает Smart, проверяет состояние SSD и других параметров. Тест диска предоставит вам файл журнала, содержащий подробную информацию о его состоянии. HDD Scan поддерживает различные устройства хранения памяти, RAID массивы, жесткие диски с интерфейсом IDE, SATA и SSD, а также флешки. С помощью данной утилиты вы сможете проверить диск на наличие ошибок, которые не могут быть обнаружены базовыми утилитами Windows, а именно плохие блоки и сектора, провести различные тесты, чтение, проверки и стирание поверхности диска. Здесь есть монитор температуры для всех жестких дисков, подключенных к этому компьютеру, а также экспорт любых данных в виде настраиваемого отчета. Ну и как я и говорил в начале видео, в Windows есть встроена утилита для проверки жесткого диска. Чек-диск Windows 10 и 8 уже проверяют диски на наличие ошибок автоматически, но проверку можно запустить и вручную. Для этого нужно открыть свойства нужного диска и перейти во вкладку «Сервис» и здесь нажать «Проверить». Или запустить команду «Чек-диск» в командной строке. Данная утилита поможет найти и исправить только основные ошибки файловой системы. К сожалению, она не предназначена для поиска всех типов ошибок, и с ее помощью не удастся произвести диагностику HDD-диска. Однако, используя чек-диск, вы сможете исправить ошибки на устройство хранения данных и даже исправить некоторые поврежденные разделы. В результате такие разделы будут помечены особым образом, и другие инструменты будут игнорировать их при чтении и записи. Подробнее о том, как проверить и исправить ошибки жесткого диска с помощью этой программы, смотрите в другом нашем видео. Ссылку на него вы найдете под данным видео. В завершении хочу сказать,
что это далеко не полный перечень инструментов для диагностики жестких дисков. В данном видео представлены лишь несколько популярных из них. В случае необходимости под видео вы найдете еще несколько бесплатных утилит. А теперь о том, как бесплатно получить программу для восстановления файлов. Чтобы бесплатно получить Hetman Eraser, подпишитесь на наш канал, поставьте под этим видео палец вверх и обязательно поделитесь роликом в любой социальной сети. Пришлите ссылку на ваш пост в соцсети нам на адрес giveaway@hetmanrecovery.com. И в течение недели мы вышлем вам регистрационный ключ со сроком действия на 30 дней и ссылку для скачивания программы. А на этом все. Надеюсь, вам было полезным данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока!